Всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, моя хорошая. Начинаем с вами новый влог. И хочу вам сейчас показать посылочку, мне принес только что. Прям сейчас я ее забрала. Курьер принес от марки Клиник. Вместе с вами распакуем и покажу то, что я заказала. Может быть, кому-то пригодится. Как раз у них там идет скидка, акция для ухода за лицом. Так что приступаем. Вот в такой коробке пришла посылочка. Вот здесь написано, значит, ну, то, что марка Клиник, кому доставилась. Вот такая вот упаковка, полиэтиленя. Я вот вскрыла уже. И вот здесь вот такая вот белая коробка. Полностью, значит, Клиник проверена на аллергию 100% без отдушек. Сейчас я ее вытащу и... Усаживайтесь поудобнее, будем рассматривать все, что мне пришло. Итак, убрала я коробку основную, в которой все это лежало. Вот в такой вот белой коробке марки Клиник. Значит, все, что здесь вот лежит, приходит. Упаковано все классно, все супер. Вообще у Клиник я заказываю первый раз. Буквально позавчера я заказала вечером. И сегодня уже, то есть вчера там... То есть, как бы там статус, они там обработку сделали, отправили, вчера курьер забрал, сегодня он доставил мне домой. Курьер все четко, по времени, как мы планировали, договаривались, все доставил, то есть без всяких каких-то либо проблем. Обычно бывали такие проблемы с курьерами, то опаздывают, то там не вовремя приезжают, то еще что-то. Это нет, все добросовестно, все классно, мне прям очень понравилось, поэтому как бы система доставки у них отлажена, это точно. Значит, что я заказала, сейчас мы будем с вами рассматривать. Дело в том, что я давно, ну, я как-то пользовалась одно время системой Клиник, очищение, там, уход, все вот это вот. И так вот, значит, открывается. Угу. Ну, все очень прям классно, все сделано. Значит, предисловие, да, почему я заказала у них. Я очень долго хотела у них попробовать систему очищения щетка. Она у них стоит порядком около 10 тысяч. Но сейчас, в данный момент, если вы даже вот успеете зайти на официальный сайт Клиник, я зашла в Рик Бош, посмотрела, они как раз мне об этой информации все рассказали, и я тут же вечером зашла на официальный сайт Клиник, значит, www.klinik.ru, это не реклама, это чисто вот... Пожалуйста, кто хочет воспользоваться этой информацией, заходите и смотрите. И в данный момент эта щетка стоит, ну, я заплатила за нее 4465 рублей, то есть 4465 рублей. А там еще была скидка, если вы сразу оплачиваете карты. Если наличным курьером, там на 300 рублей как бы побольше. Доставка, соответственно, была бесплатная. И плюс к этому я там как бы наложила... пробников. Сейчас посмотрим, какие пробники пришли. Достаточно такая большая коробочка, то есть очень даже приятно. Все упаковано классно. А, значит, что у нас здесь идет? Товарный чек на заказ и там благодарность, спасибо за покупку, да, то есть марки Клиник. Вот эту вот щетку я очень сильно хотела попробовать, как очищающую, как массажную, там меняешь насадочки, все это делаешь, то есть... Понимаете, что, да, доставка очень такая достаточно хорошая. Если вот так вот я, вот, допустим, вас поставлю, вот смотрите, да, то есть как бы раскрываются у нас вот такие вот... я немножко буду на заднем плане, мы сейчас с вами посмотрим. Вот, значит, такая вот коробка. Значит, первое вижу пробник, первый пробник вот такой вот, это у нас новые увлажняющие средства, наполняющие кожу энергией. Это для мужчин, ну такой вот пробничек здесь наклеенный, да, для мужчин увлажняющие средства, мгновенно заряжает энергией. Действует в течение 12 часов, избавляя кожу от признаков усталости, не содержит жира. Содержит специальный увлажняющий компонент, защищает от ультрафиолетовых излучений, замедляет старение.
Ну, такой вот пробничек у них как бы есть для мужчин. Взяла. Оно как бы даже я не ложила этот пробничек, он уже автоматически шел. Такой вот пробник. Первое. Второй пробник, вот что я хотела попробовать, миниатюрка от них, тушь, 24 часа, что здесь у нас идет, стойкая тушь для ресниц, все гипоаллергенное, то, что мне очень важно, сейчас давайте я вам как бы вот так вот открою, покажу, ну вот такая вот щеточка, вот так вот вам показать, да, классическая щеточка такая вот удлиненная. Попробую. Ну, вот миниатюрочку я заказала, это уже было как бы бесплатно. Дальше следующая миниатюрка шла, как мне нравится, вообще все так классно упаковано. Девчонки, просто супер. Увлажняющий концентрат для лица. Активный гель-концентрат на водной основе. Значит, это защищенное оксидантами, супер легкое средство, защищает и глубоко увлажняет, обезжиренная кожу. Давайте я вам немножко так вот все-таки лицо покажу, а то смотрите вы куда-то не туда. Здесь 7 мл, защищает, глубоко увлажняет обезвоженную кожу, не содержит жира. Это у нас тоже для мужчин вот такая вот штучка. Пробничек, значит, тоже там был. Ну, там было несколько пробников вариации, и два, кажется, я взяла. Ну, такой вот он маленький бутылечек попробовать. Там потом разберемся для мужчин, да. То есть такое вот все. И дальше. Ну, здесь наложена бумага, чтобы все это не тряслось и не... упаковано, да, это хорошо, все это прям супер. А еще вот такая вот в косметичка была, но в их стиле, знаете, у них такое вот разноцветное вот этот вот подарок с покупкой, то есть при покупке на 4000 там идет в подарок такая косметичка с миниатюрками, средства для снятия стойкого макияжа с век, ресниц, губ здесь идет 30 мл. Дальше устанавливающий дневной крем. Так, давайте сейчас откроем, посмотрим. Что-то не пойму, как это все здесь вот так вот наложено. Да. Такая вот брошюрка. Обычная ихняя. Смотрите. То есть миниатюров достаточно хорошо. И плюс косметичка. То, что здесь можно использовать. Ну, очень-очень здорово. Смотрите, первое, значит, я так понимаю, что это вот снятие макияжа идет, снимать макияж, значит, такая вот у них миниатюрка, чтобы это, да, мейкап снимают, значит, с глаз, с губ, все вот это вот, попробую, кстати, миниатюрочку, да. А дальше идет вот две вот такие вот миниатюрки, я так понимаю, что это крем. Ночной и дневной. Вот такие вот две маленькие миниатюрочки. Ночной и дневной крем. Там сколько, кстати, по 7 мл. Так, и что это у нас? Это у нас серум. Идет вот такая вот маленькая миниатюрочка. И губная помада ихняя. Представляете? Такой вот бутылёк, ну как, тюбик. Слушайте, ну достаточно много вообще, ребят. Прям вообще вот такой вот цвет. Очень красивый. Слушайте, давайте сделаем сводч. Прям она такая, наверное, увлажняющая, с перламутром. Слушайте, ну достаточно хорошая, красивая. Ну-ка. Ну, запаха никакого нету. Ну... это даже меня не миниатюрка, мне кажется. Это, мне кажется, полуразмерка такая вот. Не знаю, надо посмотреть. Вот такой вот цвет. Как бы вам так вот показать. Красивый, красивый цвет. Он такой прям... ну, достаточно стойкая. Потому что я вот сейчас пробую, когда там полустойкая или полупрозрачная, она так не это... с определенным блеском, то есть... давайте, ну, чешется.
Ну и все вот это, лежало в косметичке, вот в такой вот трепышный. Ну вот, мне очень нравится этот набор. Можно и попробовать их не. Сюда же положу миниатюрную этот тушь. Можно и попробовать, и уже понимать, стоит покупать, не стоит покупать. То есть очень хорошая такая сейчас у них акция. И почему бы и нет. И самая главная покупка, оплачиваемая, это вот в такой вот коробке. Именно сама вот эта вот щетка. Дальше уже здесь бумага, ничего здесь уже нету. Чуть-чуть положили. Нет, не положили. Но упаковано все очень прям стильно, хотела сказать. Все очень качественно, все очень хорошо. И очень приятно за эту вот косметичку, за эти миниатюрки, почему бы и нет, бесплатно получить. Но сам центр внимания, это, конечно, связано вот с таким вот набором от Клиник. Это сама щетка очищающая. И она, при том, она была по акции, еще раз повторюсь, да, то есть, если она стоила там, основная цена 9700, кажется, ну, около 10 тысяч сейчас, она стоит с бесплатной доставкой 4400, вот я вам говорила, заплатила. Что сюда входит, да? Сюда входит у нас пенка для умывания, полноразмерная, 75 мл. Очищающая щетка для лица. И как бы получается такой вот чехол, куда складывается. Сейчас мы все посмотрим с вами. Ну, уже прям классно. То есть это там есть для мужчин, есть для женщин. Это чисто женское, соответственно. Я один раз помню, зашла в Ревош, и там продавец. Да что, у них мужские распродавали? Давай возьмите мужскую, никакой разницы нет. Ай, не-не-не. Там потом можно менять насадки. Я знаю, что много отзывов положительных, многим нравится. И как бы то, что хорошее, пожалуйста, вот это все так вот сложено. Да. Значит, здесь лежит у нас вот эта вот очищающая пенка. Вот такая вот полноразмерная. Так, что там у нас? Запаха никакого нету. Будем пробовать с вами. Смотреть, пробовать. Так, дальше вот, вот такой вот чехол. Ага, ну всякие вот эти вот штучки здесь. Вот такой вот чехол, достаточно добротный, красивый. Тут здесь логотип. Смотрите, то есть очень качественно все сделано. Для того, чтобы брать с собой в поездки, для того, чтобы хранить. Я даже сегодня специально не наносила макияж, потому что планирую вместе с вами это все попробовать, очищение. А как это все будет действовать, да. Ну, здесь такая вот кисточка под кожу. Вот это вот так вот классно, да, то есть закрываете с собой и куда-нибудь там в поездку берете. И сама щетка, значит, вытаскиваю саму щетку. Вот коробки. Я даже ничего не открывала, вместе с вами открываю, потому что чтобы вам показать и самой посмотреть, соответственно. Да, очень все классно вообще оформлено, все классно запаковано. Так, ага. А, наоборот, лучше. Поэтому и застряла. Значит, такая вот книжечка идет. Ну, это, я понимаю, эксплуатация, как правильно здесь использовать. Здесь идет на английском, русском, турецком и еще каком-то языке иностранном. Ага, правильно, как это все делается, эксплуатация и все остальное. То есть все это можно почитать, содержание, то есть книжечка есть у нас. Дальше у нас идет вот такая вот система зарядки, то есть вилка такая, да, и, соответственно, шнур. Все это очень весомое, все это очень качественное, очень, очень.
И сама щетка. Представляете, какой она цвет? Блин, вообще. Я очень-очень рада. Такой вот цвет красивый. Здесь, значит, фиолетовый, сиреневый. А здесь какой-то вот малино-розовый, да? Такая вот насадочка. Ну, это идет у нас как чехол, чтобы одевать насадку. Насадка очень мягкая, очень, ну, прям удобная. Такая мягенькая, такая прям приятная к телу, приятная к коже. Просто-просто классно. Интересно, она заряжена? Нет, заряжена, девчонки. Вот так вот шумит, слышите, да? То есть вибрация. Она, как она действует? Во-первых, шум достаточно тихий. То есть вы можете закрыться в ванне, когда все спят, и делать там с утра или вечером, там когда у вас. Как она работает? Она работает методом непровращения, вот так вот круглая, да, там, допустим, ну, как у нас идет зубная щетка, да, то есть вот она так вот вращается, вращается, чистит зубы, да. Нет, она работает вот таким вот способом, то есть она как бы выбивает грязь и спор, и поэтому, соответственно, ваш цвет лица, ваше состояние кожи, какие-то либо высыпания, очищение идет полное, оно улучшается. И я давно хотела, давно намеревалась, когда увидела, что идет такая акция. Соответственно, за такие деньги почему бы и нет, и не купить. Да. Почему бы и нет, и не купить. Значит, как она просто заряжается. Вот так вот и все ставится. Буду пробовать, буду использовать. Будем с вами вместе пробовать. Буду смотреть, эксплуатировать. Обязательно потом вам расскажу, как это все у меня получилось. Классно, не классно, то есть, угу. Ну, да, она таким способом, знаете, как бы не крутится, она прям вот таким точечным выбивает и все это делает. Вот это весь такой наборчик, так что я просто восхищена и рада вообще. Хороший мне подарочек, сюрпризик. За такие минимальные денежки. Поэтому, кому, может быть, кто-то хотел тоже, и как бы кто-то думает, пожалуйста, на официальный сайт клиники заходите. Еще раз повторюсь, это все было заплачено за мои деньги, это не реклама. Поэтому пользуйтесь. Так, мои хорошие, раз у нас сегодня домашний влог, так что нам надо что-то сегодня приготовить вкусненькое, да? Поэтому, соответственно, сейчас мы с вами будем вместе готовить рыбку. Значит, у меня здесь идет, вчера купила форель карельская. Форель карельская, пожалуйста. У нас здесь с парем покупаем. Так, что у меня здесь? Килограмм 600 на 479 рублей килограмм, 790 рублей вытянула. И поэтому мы с вами сейчас ее будем разделывать. Ну, она уже разделанная, в плане, что от кишков все вот, все это. А мы с вами будем отрезать голову, хвостик. И промоем и будем жарить стейками. Красиво будем жарить стейками, да? Такая вот она, я немножко подкладываю вот этот вот пакет, который заворачивает, чтобы не до конца уже пропиталась доска. И такую вот умаливаю тарелочку, если бы вы знали, сколько ей лет, боже мой. Это очень-очень много. Я беру вот такие вот ножнички, которые я покупала на Доба марка. И надеюсь, что вам все хорошо видно. Буду отрезать всякие поплавки. Ну, те вещи, которые нам не нужны. Я не люблю там с поплавками жарить. Тугая. Поэтому я все это отрезаю. Поплавки отрежем. И отрежем голову, и отрежем хвост. Я по минимальному прям хвост отрезаю. И как можно лучше отрезаю голову. Я не оставляю, все выкидываю, потому что... Я вообще не любитель варить уху.
потому что уху надо уметь правильно варить, да? И для меня сварить уху из головы и хвоста этого как бы недостаточно. Для меня, если уж варить уху, то уж купить, ну, там, рыбу, да, и принципиально, чтобы сварить уху, чтобы чувствовалось, что там есть уха. Ну, вот эти вот ножнички, они вот так вот достаточно хорошо отрезают все. Вот у нас такие вот жабрики. Знаете, да, выбираем рыбу, чтобы были жабры прям бордового цвета, очень бордового цвета. Вот видно вам, да? И, соответственно, значит, это говорит о том, что она свеженькая. Ну все, я порезала вот на такие вот стейки. Сейчас я их промою. Резала своим ножичком самурайским. Марка Надоба. Очень люблю этот нож. Вообще очень классный нож оказался. Практически все им режу. Стейки я режу небольшие. Ну, приблизительно вот такой вот толщины. Вот. Меньше. Ну, меньше я не вижу смысла. Спустила жарить первую два кусочка, два стейка. Так сказать, первую партию. Потому что кусочков у меня много. Пока жарится, хочу вам, знаете, что показать? Приправы, которыми я пользуюсь для рыбы как раз, да? Значит, вот так вот вам поставлю. Значит, первое – это соль. Соль у нас всегда вот эта вот я покупаю. Значит, морская, мелкая соль. Очень люблю ее и солю всегда мало. Прям чуть-чуть слегонца. Потом второе, то, что хочу вам показать, купила недавно на акции приправы для рыбы. Ну, здесь такое, такая мельница, она как бы наклоняешь ее и крутишь, и идет мельница. Так, марка у нас перчес. Так, вот такая вот, да. Здесь у нас здесь много что, и зелень, и... и какие-то там приправы, то есть все здесь идет. Здесь у нас смесь пряностей. Тоже здесь и чеснок, и черный перец, и кориандр, и коричневое семя, лук-порей, лимонная цедра, тимьян, майоран. Короче, всего много. Вот такой вот попробовать решила, купила. Такая же у меня есть и для мяса. Но сейчас мы делаем рыбку. Всегда добавляю еще чесночок мой любимый, потому что люблю его сайт iHerb. Если зелени недостаточно, то обязательно зелень. Вот такие вот приправы я только использую. Больше я ничего не использую, потому что, ну, как бы, чуть не переборщить. Соль у меня идет чуть-чуть. Так, ну все, у нас, значит, жарится рыбка. Потом я вам покажу, как она уже будет выглядеть в готовом виде. Смотрите, какие получаются румяненькие стейки. Просто прелесть, просто прелесть. Последнюю партию сейчас запустила. Жарю. Пока жарю, почистила картошку. И, соответственно, кругленькую хочу отварить. Вот. Очень, очень вкусно вот такая вот рыбка. И, соответственно, полезно. Кто-то будет сидеть на ПП. А я сижу на ПП. Вы скажете, почему же картошка? Ну, иногда хочется одну-две картошеньки съесть, позволяя себе какие-то минимальные, так сказать, отклонения, при том, что у меня есть семья, и, конечно же, я им и тоже это делаю. Но все это делается легко и просто, и получается просто вкусняшка. Просто вкусняшка. Всегда раз в неделю я покупаю такую вот вкусную рыбку и жарю ее. Очень вкусно, очень ням-ням. Ну все, девочки мои хорошие, рыбочку пожарила. Вот такая вот у нас красота получается, вкусняшка. Нам приятного аппетита. Кто сейчас тоже садится обедать, всем приятного аппетита. Сейчас чуть-чуть доварится у нас картофан наш. И будет нам счастье, будет ням-ням. Кстати, всегда у меня есть вот эти вот полотенчики бумажные, с фикс-прайса покупаю. И вот эти вот полотенца, про которые я постоянно говорю, что покупаю их, ну, как тряпку использую. То есть, когда уже мне... Я часто меняю, то есть, поэтому у меня всегда это стоит здесь.
Ну что, хорошие мои, на этом хочу с вами попрощаться, закончить этот влог на, так сказать, позитивной ноте, пожелать вам всего хорошего, всего доброго, чтобы берегли себя, друг друга, заботились о своем здоровье. Рыбку мы вкусили, очень вкусно, очень полезно. Очень вам советую покупать эту рыбку хотя бы раз в неделю. И она очень полезная, достаточно жиров, омега-3. То, что нам не хватает, тем более нам, девочкам, женщинам, чтобы у нас было все хорошо, состояние волос, состояние лица, кожи, да, настроение, все остальное. И обязательно покупайте эту рыбу, тем более, если вы хотите похудеть. Ну вот, хочу сказать, что у меня есть достаточно большой результат, и поэтому движемся дальше, потому что у меня очень много было излишков, поэтому мы дальше уничтожаем все ненужное в нашем организме. А сейчас хочу обработать этот влог и залить на канал, чтобы вы уже успели все посмотреть. Так что не забывайте ставить пальчики вверх и подписывайтесь на этот канал. Это будет как стимул для меня, как поддержка. Вы это знаете, я много раз говорю, и я очень рада вас видеть, слышать. И до новых встреч, до новых влогов. Всем пока-пока.